открываем Иоанна, глава 15, стих 3. Иоанна, глава 15, стих 3. Вы уже ощущены через слова, которые я проповедал вам. Иисус Христос сказал, что вы, Израиль люди, уже ощущены через слова, вы уже ощущены через слова,

книга Левит, книга Числа и книга Второй Законе. Ничего особенного, ничего разного. Иисус сказал здесь, вы уже очищены через слова, которые я проповедовал вам. Сейчас обратно. Книга Иоанна, глава 3, стих 5. Иисус отвечал Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в усазвие Божие. Если кто не родится от мои слова, которые я тебе говорю вам, если вы не будете сделать, что я говорю вам, что пророк Моисей уже тебе сказал и писал, вы не можете войти в сорзвие Божие. Вы не можете войти в Царствие Божие. Сегодня церковь тебе не это сказал. Они никогда сказали вам это сегодня. Что вы должны сделать, что наш Бог сказал от Его заповеди, от Моисея, do Jesus Cristo e apóstol Jesus Cristo. Anikkada vam et aniskaza, aniskaza que me zela što mi rads. Eles estão o nas mnogamilost. Não nada estrarça. Zelar et te se apoveri. Nikkada ne pravin. Et afsi loje ne ani loje ne praroki. Они хотят тебе деньги. Это что они хотят? Они все хотят ваши деньги. А если они хотят, что вы будете сидеть в церковь и издать их твои деньги, или ваши деньги, что они должны сказать? Они, они будут сказать, что вы любите слышать. А мы знаем, что мы не любим слышать правду или истина. Нет. Мы любим слышать ложный. Дальше. Сейчас мы открываем книгу Матфея. Глава 18, стих 3. Мы еще на эту тему рожден свыше. Я хочу, чтобы мы будем понимать, что это значит. Вы должны сделать все наши Бог заповеди. Надо стараться делать все. Книга Матфея, глава 18, стих 1. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше фусад в небесном, кто больше фусад в небесном. Хм. А сейчас я открываю. Мы вместе открываем сейчас. Иисус уже об этом сказал раньше. Раньше. Книга Матфея. Глава 5, стих 17. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Я это уже раньше объяснял. А что он исполнить? Надо читать об этом в книге Деяния, глава 3, стих 18. Или книга Луки, глава 24, стих 45. Он там сказал, что он исполнит. Книга Деяния, глава 3, стих 18. И тоже книга Лука, глава 24, стих 44 до 45. Дальше. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земли, ни одна йота или ни одна шорта не приедет из закона, пока не исполнится все. Иисус Христос сказал, что я не здесь, что я буду наручить все заповеди, которые я получил от мой отец. Нет. Стих 12. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих и научит так людей, то малышим наречится в Сазве Небесном. А кто, послушайте, а кто сотворит и научит? Еще раз. А кто сотворит и научит, тот великим наречится в Сазве Небесном. А здесь его ученики спросили его вопрос. Книга Матфея, глава 18, стих 1. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в церкви А книга Матфея, глава 5, стих 19. Он сказал, а кто сотворит и научит, тот великим наречится в царстве небесном. Если вы сделаете все наши, Бог сказал, а ты научишь людей, что они должны сделать это, эти все здесь, вы будете велики в в небесном. Вы будете велики в в небесном, если вы будете делать эти все и научить люди, что они должны сделать это. Наши израильские люди. Но сначала, но сначала смиритесь себе. Еще раз, сначала тебе нужно, или вам нужно смириться или смириться с себе. Ты должен смириться себе, а вы будете как дети. Вы должны быть как дети. Это что мы будем читать сейчас? Книга Матфея, глава 18, стих 1. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в в небесном? Иисус, призвал детей, поставил его посредник. Стих 3. И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдите в Небесной. А сейчас у меня вопрос. Как мы можем быть обращением? Еще раз. Как мы можем быть обращением? Что превращает нас? Что превращает нас? Сейчас мы открываем. Книга Сартер. Книга Сатер. Глава 12. Стик 7. А сейчас мы узнаем, что может делать нас обращение. Что может превращает нас. Книга Сатир, глава 12, стих 7. Закон Господа совершен. Закон Господа совершен. Укрепляет душу. Укрепляет душу. Что это значит? Укрепляет. Преобразует нас. Преобразует душу. Закон Господа при образует душу. Откровение Господа верно умудряет простить. Сейчас обратно в Матфея. Глава 18. Потому что здесь он сказал об этом, что вам надо вам надо обратиться. И обратно здесь, в книге Матфея, глава 18, стих 3, и сказал: Истина говорю вам, если не обратитесь, а я тебя спрашиваю, и я тебя спросил раньше, а сейчас я спрашиваю еще раз, что превращает нас? что превращает нас, как мы можем обратиться. Книга Салтир, глава 19, стих 7. Закон Господа совершен, преобразует или укрепляет душу. Закон Господа совершен. Наши Бог-законы, они все отличны. Очень хороший И это законы укрепляют наши души. Или преобразуют наши души. И все. Обратно в Матфея, книга Матфея, глава 18, стих 3. И сказали, «Стена, говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдите в Созвание бесной. Итак, кто умолится, кто умолится, кто умолится, как это дети тот и больше в бесной небесной. Что это значит? Если вы будете как эти дети, например, я знаю, что много наши люди, если вы смотрите, есть дети и вы умеете дети. А когда вы будете наказать свои дети, они будут плакать. А потом они будут возле тебя и лежат на тебе груди. Это как дети сделают. Они всегда обратно к их родителям. Если вы будете сказать дети, сидите здесь или сайте здесь. Он будет там сидеть. Стойте. Или стой. Иди сюда. Иди отсюда. Сиди там. Сиди здесь. Сделай это. Они всегда слушают, и они будут сделать. Иисус сказал, что мы должны быть как дети. Если вы хотите быть великий в Сазве Вы должны быть как дети. Значит, что делать, что все Он заповедал нас. so hard to serve God. I say that I'm a Jew Shalom, this is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries. When his gospel has not been preached before, IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.